Отмечать семейные торжества принято за столом с чаем и тортом. Главный семейный праздник страны – День любви и верности – создатели спортивного клуба «Восток» предлагают отмечать на открытом воздухе. Для жителей города организаторы пригласили инструктора из Новосибирска, специалиста по дыхательной гимнастике. На ковриках прямо на траве воспитанники клуба учились расслабляться и постигать восточные мудрости. По мнению инструктора, дыхательная гимнастика позволяет улучшить не только настроение, но и самочувствие. Тренер рассказал несколько секретов этого вида и показал основные упражнения. Теперь оздоровиться можно и в домашних условиях. Я думаю, что как можно больше таких праздников должно быть проходить на территории, где было бы удобно жителям, доступная среда. И в том числе на наших спортивных площадках. Сегодня мы выбрали стадион, бывший ЗЧМ, а сегодня он называется «Восток», для проведения этого мероприятия. Потому что микрорайон достаточно большой, и охват спортивными площадками и спортивными сооружениями достаточно маленький.